Всем привет, друзья! Меня зовут Илона Агаджанова. Это очередной выпуск рубрики «Курс на отдых», в которой мы рассказываем о туристических достопримечательностях Северного Кавказа. Если вы приехали на Кавказские минеральные воды зимой и вам хочется покататься на лыжах или санках, мы предлагаем вам наш однодневный маршрут к перевалу Гумбаши. Дорога к перевалу проходит по живописному ущелью. Уже через 100 километров от Пятигорска вы попадаете на территорию туристско-рекреационного комплекса «Мара», оборудованного горнолыжными спусками. Кстати, если на Кавминводах зимой снега нет, то здесь он есть обязательно. Учитывая близкую расположенность перевала Гумбаши к Кавказским минеральным водам, вы можете больше времени потратить на активный отдых с семьей или в компании друзей и в этот же день вернуться обратно. Ну вот мы и прибыли на место. Здесь на трассе длиной в 1500 метров могут попробовать себя как новички, так и опытные горнолыжники. Но этот курорт работает по выходным, по праздникам. Это небольшой местный курорт. Вот, вполне позволяет приехать, чтобы учиться на обучение первоначальное для людей. Когда открылся сезон? В этом году, в декабре. И до какого момента пока будет снег? Пока будет снег. Обычно снег еще 8 марта можно приезжать сюда и кататься. Ну, плюс здесь большой в том, что это, во-первых, недалеко. Например, от КМВ или Карачаевска сюда добраться не так долго по километражу. И в отличие, там, если, например, здесь дешевле, сам скипас дешевле стоит. Семьей приехали? Да. Сколько вас человек? Ой, две семьи, 8 человек. И во сколько вам обошелся этот отдых? Покушать из дома взяли, а здесь только лыжи, санки с собой. Ну, 1500, 2500. На с бензином. На две семьи? Да. Здесь хорошо учиться, так называемый лягушатник. И близко к дому, к Ессентукам, к Пятигорску. Расскажите, как вам трасса? Супер! Очень классно, первый раз, ну вообще просто очень нравится. Мое хобби теперь будет. Первый раз на лыжах или первый на раз лыжах? Здесь? На лыжах и здесь тоже. И, то есть эта трасса вам позволяет научиться? Да, здесь? Да, вполне. Очень удобно. Хороший инструктор. Доступно объясняет все. Здесь функционирует самый длинный бугельный подъемник на Северном Кавказе. Его длина 1180 метров. На нем вы без труда можете подняться на верхнюю станцию, и уже отсюда открывается невероятный вид на Эльбрус и Большой Кавказский хребет. На территории верхней станции расположено 15 домиков. В каждой проведены коммуникации. Стоимость 3000 рублей в сутки. Ну а любители острых ощущений могут прокатиться на снегоходах. Поехали.
рамках рубрики «Курс на отдых» мы познакомили вас с перевалом Гумбаши. Для вас работала Илона Агаджанова. До новых встреч!